Привет-привет, с вами канал Ковидаки. Сегодня мы делаем обзор школьного рюкзака 1 вересня. Мы купили на подарок для крестника и также решили снять видео, может кому будет интересно. И плюс также посмотрим на целостность и обсудим упаковку. Начнем с упаковки. Меня упаковка не устроила категорически. В чем ее неустраиваемость, так сказать? Очень слабая упаковка, очень слабая. Как вы знаете, на грузоперевозках товары не перекладывают аккуратно, а бросается все. И могу вот показать, что я и не знаю, видно или нет, грязный пакет. Рюкзак получается грязный. Так, это тоже неприятно. С учетом того, что клеенка очень легко рвется, очень легко это может повредить груз, товар. Поэтому я могу сказать продавцу минус за такую упаковку. Меня такая упаковка, честно, не устраивает. Также при заказе товара я делала заказ, указывала свой мобильный номер телефона, но фамилию, имя, отчество сказала на мужа. Что самое интересное, непонятно по какой причине на деливери. На деливери указали не мой номер, а по базе вычислили номер мужа. Но, как известно, бывают однофамильцы и с одинаковыми именами. Поэтому очень повезло, что муж в базе оказался один, а не несколько человек, и непонятно, куда бы, чтобы уехала. Ну так, вот такие вот сюрпризы устраивают нам продавцы, плохо запаковывая товар, и также на деливери вот так вот меняют номер телефонов. Так, база базой, но нужно прописывать тот номер, который указывался при заказе товара. Тут уже как бы либо продавец невнимательный, и также деливери со своей стороны поступили неправильно. Так, вот посмотрите, насколько слабая упаковка. Сверху стричь пленка, наверное, 1-2 раза. Ну, обмотали скотчем. Но это, честно, ненадежно. И также вот я смотрю, родная клееночка, в которой запакован рюкзак. Так. Открываем аккуратненько. И сейчас посмотрим, дай бог, что все было целое и нигде ничего не повредилось. Потому что такая непрактичная упаковка повреждается очень быстро. Рюкзак заказали для крестника. Я не помню, говорила или не говорила, потому что увлеклась своими возмущениями. Заказали для крестника на день рождения. Он идет в первый класс. Поэтому и возмутила такая плохая упаковка, что не дай бог повредится. Потом где искать виноватого? Либо продавец, либо деливери. И докажи потом. И кто, и чего. Вот. Так. Приступим. Вот такой вот рюкзак. 1 вересня. Ребенок сам выбрал себе подарок. Так, ортопедическая спинка, ну, вот с такими, да, также шлейки мягкие, хорошие, светоотражатели, что немаловажно, в темное время суток, особенно зимой, темнеет очень рано, и они необходимы, да, чтобы было видно ребенка. Так, это у нас кармашек. Кармашек, тут можно либо бутылочку поставить с водой, или термос с чаем, либо еще что-то положить. Так, с другой стороны. Так, давайте опустим.
спущу. С другой стороны точно такой же карман. Но могу сказать, сделаны очень плотно. Это хорошо. Так, давайте посмотрим сначала внешнее, да? Карманчик. Вот такой вот, ух ты. Тут поролон. Еще один. Вот такой вместительный небольшой карманчик. Можно пенал положить. Либо бутербродницу с бутербродом ребенку. Так. И сейчас молнии хорошие. Застегиваются отлично. И также откроем сейчас сам рюкзак. Ого! Тут вот такая вот надувной, такой надувной пакет внутри. И давайте рассмотрим. Вот резиночка, кармашек сквозной, видите, прям до дна. И тут кармашек до дна. И все. Так, тут, ага. Это сам чехол застегивается. Там то внутренности, то не. Ну, вот такой вот он внутри. Вместительный. Так. И кармашки они до самого дна. Вот. Пальчики мои. Ну что, папку с тетрадями вставить и будет хорошо. Не выпадет на улицу, так сказать. Вот такие вот застежки. Ребенку будет удобно, потому что оно большое и хорошо застегивается. И также ручка. Не забудем за ручку. Тут она такая прорезиненная. Вроде как не пластик, который быстро ломается обычно у детей. Но такая плотная резина. Тут бирку оторвали. Видно, потому что там была. Вот есть. Сама вот такая. Так. Смарт означает маленький рюкзак. Для первоклашек то, что надо. Вот такой вот красивый рюкзак. Выбрал крестник. Машинка. Он очень любит машинки, поэтому неудивительно, что он именно с машинками и захотел, потому что есть же сейчас рюкзаки разные и с роботами, и с мотоциклами, с чем угодно. Ну, машинки это его, так сказать. Так, положим назад наш пакет с воздухом. Ну, в принципе, рюкзак мне понравился. Я думаю, ему тоже понравится. Рюкзак очень хороший по качеству. Вот также и сбоку светоотражатели на карманчике, да, что я забыла показать и сказать. Так. Понравилось все. Все понравилось в рюкзаке. Качество отличное. Будет носиться при хорошем отношении. 3 года можно ходить еще с таким рюкзаком. Так. Ну, вот такое. Так. Ножек нету. Я думала, тут ножки, может, будут. Как, знаете, там делают маленькие пластиковые ножки. Ну что, сначала мы начали видео из не очень хорошего, да, плохой упаковки и также пересылка с не тем номером и, возможно, был бы и не тот и получатель. Но, слава богу, все обошлось. И также заканчиваем свой обзор красивым рюкзаком для мальчика. Да, вот такой вот красивенький рюкзак, отличного качества. Младшая дочка, когда пойдет в первый класс, я тоже обязательно закажу рюкзак 1 вересня, ну, наверное, уже в другом магазине, либо попрошу, чтобы
хорошо упаковали, чтобы было понадежнее, а не так, как был запакован этот рюкзак. Ну, вот, в принципе, и весь обзор школьного рюкзака. Если вам видео было полезным, подписывайтесь на канал Ковидаки, ставьте лайк. До новых встреч. Пока-пока.